дорогие мои любимые девушки, женщины, бабулечки, посетители странички Шаляпин Медиа, я спешу вас поздравить с праздником весны, любви, счастья, с 8 марта. Желаю вам всем процветания, хорошего настроения, чтобы птички пели в душе, это мое любимое пожелание. Ну и, конечно, чтобы все ваши мечты сбывались, и всегда вы были влюблены, или вас этот человек тоже был влюблен, чтобы это всегда все было взаимно. Я вам всем этого желаю, счастья. Люблю вас, Прохор Шаляпин, жду вас на своих концертах. Я тебя узнаю среди тысяч лиц, нежным взглядом тихим, трепетом ресниц. Слышно рук касание, шепот губ, слова признания и далекий свет в глазах твоих. Моя любовь, не надо слов. Спасибо большое, спасибо, друзья.